сюда. Валим на шахе. Валим на шахе. Валим на шахе. Эй, садик посильней. Эй, громкость помощней. Let it go, let it go. Эй, Хью Хефнер. Хью Хефнер. Бля, у меня голос охрип. Всем привет. Из названия вы поняли, что это за видео. Вы на канале Техногоу. Мы начинаем. Посмотрим, дорогие друзья, как будет флексить динамик, когда снимем решетку. А сейчас послушаем звук. Громкость помощней. Мусора не найдут. Мусора не найдут. Короче, ребят, по техническим характеристикам, динамик на 3 ватта, один 30-миллиметровый и одна пассивка, которая здесь находится, вы видели, овальная. Разъем USB, SD-карты, наушников и AUX. Есть небольшой дисплей, в меню есть радио, календарь, даже в этой колонке есть будильник, есть диктофон. Ну и в принципе все, на этом обзор заканчивается. Хотел бы завершить таким красивым малиновым закатом. Помните, Макс Корж, малиновый закат? Пишите в комментариях, кто шарит. Ну все, всем пока. Всем за внимание. Ставьте дизлайки, ставьте лайки, что хотите, ставьте. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Так будет лучше нам, поверь, малиновый закат. Насквозь и вокруг тебя рассмотрел.